Привет всем на канале Дэзи Тарт, это обзор магазина на 27 июня. Поехали! И как обычно по нашей программе мы быстро покажем вам скины, а потом более детально посмотрим. И потом арты. Вау. Так, зловещая бомбистка, зловещий знак, зловещий лептун. Классный. О, каменное сердце, лезвие любви, вообще супер. Арахнит, арахна, блин. А чё такой тупой магазинчик? О, козырь еще добавили. Бубны, блин. Ну, симпатичный магазин. Аполанг, сос. Вот так. Скорость. Классная штука, я уже записывал. Горячая штука, прикольно. Рассказываю. Из всего этого мне сильно нравятся вот эти три скина. Это зловещая бомбистка, каменное сердце и арахна. Они трое очень классные, прям до жути, и каждый из них достоин собственного внимания. Давайте посмотрим сначала на, так сказать, скин зловещей бомбистки. Он довольно красиво выглядит. Да, еще вот эти вот. У нее в этом плане все круто. Что без бэкпака? Посмотрим назад. Ой. Ну да. Так, вы этого не видели, этого не было. Вам показалось. Мне на каждый скин хватит. Ну, без этого бэкпака, в принципе, годно. Не, можно с бэкпаком походить, у нее, в принципе, интересный бэкпак. Нормально. Давайте посмотрим звук ее кирки. Классный звук. Так еще и скины четко выглядят. Еще появление этого классное. Короче, имеет смысл. Лезвие любви, давайте-ка ударим. Классный звук. Да и вообще, знаете, у нее вот такая вот стандартная поза, она довольно клевая. Вообще, интересный скин, даже хоть и камень, и, ну, знаете, в каком-то смысле это классно выглядит. Мне понравилось. Давайте дальше. Арахна, Жалицера, он, видите, он светится, как бьется, это прикольный эффект. А Черная Вдова, вот, кстати, ее бэкпак очень крутой. То же самое, как и сам скин. Она очень клевая. Что с бэкпаком, что без бэкпака, это круто. Ладно, давайте уже, наверное... Ну ладно, еще немного про козырь посмотрим. Я 24 стиля. Вот таких вот. Ну, прикольная вещь. В принципе, можно за него легатненько поиграть. А какая у тебя кирка? Ну, тоже довольно классно в этом плане. Ладно, давайте посмотрим уже арты, и я буду заканчивать, это я сегодня какой-то уставший. Так, Fortnite. Есть у меня пак пока, где я показываю каждый раз. Я уже не помню, на чем мы остановились с вами. Я думаю, я вот это вот на этом и закончу. Давайте смотреть дальше. Ну, это так все. Вот это годненько выглядит, мне нравится. А тоже годненько, красиво. Fortnite Chapter 2. А, ну это я показывал. Вот это красиво очень. Это. Да блин, ну, водичка у нас классная. Карась. Закусочная карася. Ну, блин, годно. Вообще, я люблю такие арты, где руки поднимаются в небо. И типа вот это вот мне нравится. Тоже классный арт. Ну и все, по сути. Ну, ребят, я жутко уставший. Не знаю, на этом все. Как говорил мудрый человек, дабы жил канал и развивался, нужно подписаться на него и лайкнуть. Спасибо за внимание, всего хорошего.